Добрый вечер, с вами Город Финансы. У ЦБ появится система обнаружения черных кредиторов. Ростуризм ожидает роста внутреннего и въездного туризма в этом году на 8-10%. Рубль вновь упал к основным валютам на фоне коррекции мировых цен нефти. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики «Финансовая группа Сберегательный союз». У ЦБ появится комплекс обнаружения черных кредиторов. Прототип системы, помогающей выявлять нелегальных кредиторов в интернете, по заказу ЦБ разработала Яндекс Дата Фактори. Об этом пишет Интерфакс. Система анализирует сайты и социальные сети и на регулярной основе формирует отчеты по тем из них, кто рекламирует потребительские кредиты. ЦБ планирует открыть возможность своим региональным подразделениям пользоваться системой и с учетом фильтров обнаруживать подозрительных кредиторов. Выяснять, действительно ли это черные кредиторы, и после этого обращаться в правоохранительные органы. Предполагается, что система будет внедрена уже в этом году. Ростуризм прогнозирует в 2016 году рост внутреннего и въездного туризма на уровне 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Олега Сафонова. Росту турпотока будет способствовать программам предоставления субсидий операторам, развивающим внутренний туризм. Объем финансирования составит 700 миллионов рублей. Предварительно для участия в программе отобраны 10 туроператоров. Помимо этого, обновленный проект плана поддержки экономики, рассмотренный в правительстве, предполагает выделение более 1 миллиарда рублей из внебюджетных источников на субсидирование авиа- и ЖД-перевозок. Это позволит перевести около 500 000 туристов и детских организованных групп, а также поможет увеличить турпоток по автобусному маршруту «Золотое кольцо России» и в кластер «Свияжск». Рубль вновь упал к основным валютам на фоне коррекции мировых цен нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 20 февраля, составляет 76 рублей 36 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 91 копейку. Европейская валюта также подросла на 87 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 84 рубля 91 копейку. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает комплексные программы финансовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Финансовая группа «Сберегательный союз». Построим будущее вместе. 8 800 5000 977. Звонок бесплатный. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, все, что можно купить, уже дешево.